Очередной год подошел к концу, а это значит, что следует подвести итоги. В целом год был не слишком богат на контент, связанный с визуальной частью, но зато было проделано много работы, связанных с кодом, а также с игровыми механиками. Касательно кода, это продолжение работы с ИИ. Ну и на втором месте по масштабности, это система процедурной анимации. Искусственный интеллект в этом году являлся приоритетным направлением в разработке. За этот год были улучшены различные контроллеры, был улучшен планировщик, теперь он может иметь несколько целей для построения планов. Был переделан метод построения карт влияния, эта система используется для тактического позиционирования в бою. Добавлена возможность выполнения глобальных задач персонажами, а также добавлены умные объекты, которые позволяют эти задачи раздавать. Я не буду продолжать этот список, так как он получается очень длинным. Второй системой по приоритету была система анимации. О ней я не буду подробно рассказывать. Это достаточно обширная тема, и расписывать я ее не буду, так как это займет слишком много времени. А в целом за год в ходе работы над этой системой было проделано достаточно много экспериментов, и на данный момент эта система работает более-менее. Но еще требуется доработка. В этом году я почти не занимался контентом. Сделать контент в целом не является большой проблемой. Большой проблемой на данном этапе является непосредственное создание самой игры. Контент без имеющегося геймплея абсолютно бесполезен. Поэтому в ближайшее время, пока не будет доделана кодовая часть проекта, визуального контента также будет очень мало. Подводя итог, показать особо нечего, так как идет работа над тем, чего в итоге будет не видно. Но без этого, к сожалению, нельзя обойтись. Ну и еще в этом году я не успел сделать все то, что планировал, но еще нагоним, по крайней мере постараемся. А так я вас поздравляю с наступающим, ну или уже наступившим, в зависимости от того, когда вы это видео уже смотрите. Желаю вам счастья, добра, любви и процветания. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!